23-й. Вышли на точку. Идем с новыми надеждами на окуня. 600-800 килограмм. Где они, пока не ясно. Есть желание уже завтра сменить точку. Место. Куда-то в Володарский район. Но пока идем. Прибыли на Ильмень. Четный или нечетный. Черт его знает, как его зовут. По большому счету уже раскатная часть. 20 минут шли по жилке. Рыбы пока не видели. Похоже на что-то, на горбача. Сколько он весит? Грамм 300? Наш рыбак, он вчера лежал весь день. Сегодня он тоже решил с этого начать. Опять пьяный. Здесь сюда, Саня ловит! Выход горбача. Процесс вываживания рыбы местными жителями. Сетей очень много, основной улов крупный окунь. Остаемся. Что ж ты, дурачок, так попался-то? Ловлю по-астрахански в приглядку. Глубина сантиметров 30. Отчетливо видна атака. 3-4 штучки с дырки. Камеры прошли порядка 10 дырок, ближе к тростнику, дальше от тростника, но результат был всегда один и тот же – рыбы нет.
промежуточный итог. Ловим, сколько мы ловим? Часа 3 на 4. Бомба просто. Бомба. Это раскат. И по итогу, дай бог, по десятку мы поймали. Из них Юра 20, и мы, наверное, по 5, да, втроем. Астраханский красавец, грамм 100, наверное. Без каких-либо причин лед стал намного тоньше. Сантиметров 7, 5-7. Непонятно, почему. Родники, наверное. По итогу уходим отсюда. Клевать перестал у всех на все. Да, пришли к одному выводу, что если клюет, то клюет на все, и на мормышку, и на балансир, и на железку. Если уж не клюет, то не клюет вообще ни на чего. Крутой астраханский окунь. Сильно крутым, конечно, его не назовешь. И вообще его немного. Игра вообще не имеет значения. Если он берет, то он берет. Да, вот это самый крутой. Уныние. Легкое уныние. Вот они, те самые ребята. Третий день закончился. Очень много рыбы. Да просто очень много рыбы. Сзади нас преследуют вон. Вороны. Эх, до свидания, вышка. Завтра уезжаем в Володарский район. Астраханская область. Поиски рыбы продолжаются. Перекати поле. Нашло свой приют. Вмерзло? Симпатично, симпатично. Третий день. Два пакета вот таких. Ну, три. На четверых. Итог.